совета на месте, наш уважаемый почетный председатель также на месте, я вижу, слышит меня. И если вы меня все слышите, значит, у нас технически обеспечена работа. Я вижу, что все согласны. Шавкат Пирамонович, вы слышите? Все слышу. Да. Спасибо. Спасибо. Уважаемые члены Высшего Евразийского экономического совета, участники заседания, позвольте мне в качестве председательствующего приветствовать вас на очередном заседании Высшего Совета. В силу эпидемиологической ситуации мы вновь вынуждены проводить его в формате видеоконференции. Уверен, что это не скажется на эффективности нашего сегодняшнего диалога. Несколько рабочих моментов. В повестку дня сегодняшнего заседания внесены 24 вопроса. Узкий и расширенный состав. По предварительности предлагается 4 вопроса, 4 вопроса обсудить в узком составе в закрытом режиме, и остальные 24 вопроса в широком составе в открытом режиме. Нет возражений против такой работы? Нет. Еще одно предложение, поскольку узкий состав предполагает закрытый формат обсуждения, предлагаю начать с обсуждения вопросов широкого формата, и в этой части предлагаю, что с обменом мнения выступит все, кто желает. Ну, я так понимаю, что каждый выступит по предложению, у меня это есть. Чтобы было понятно, первая часть, 24 вопроса широкого формата. Вторая часть закрытая, 4 вопроса в узком составе. Первый вопрос о стратегических направлениях развития до 2025 года. Второй вопрос о специальных защитных антидемпинговых и компенсационных мерах, я сокращенно называю. Третий вопрос о продлении тарифной льготы. Вносит Казахстан, это касается авиасамолетов. Четвертый вопрос также вносит Казахстан о проекте протокола, связанного с кадровым составом Евразийской экономической комиссии. Вот основные 4 вопроса, которые мы договорились обсудить во второй части. А все остальные в первой части, и с этого мы начнем. Если вы не против, чтобы потом мне не повторяться, не выступать дважды, я хотел бы вначале в качестве председательствующего выступить и обозначить свою позицию, белорусскую позицию по указанным вопросам. Рад, что сегодня, как я уже сказал, в нашей встрече также участвует наш почетный председатель, первый президент Казахстана Рустам Абишевич Назарбаев. Республику Молдова, который имеет в ЕАЭС статус наблюдателя, представляет президент Игорь Николаевич Дадон. Также приглашены главы государств, которым сегодня будет предоставлен, если вами будет принято такое решение, статус государства наблюдателя. Президент Республики Узбекистан, наш уважаемый Шавкат Мирамонович Мирзиёев, и президент Республики Куба Игорь Диаскан. Важнейший документ, который мы должны принять сегодня, стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В мае мы в целом одобрили этот проект, в целом. Однако были высказаны отдельные замечания. Сегодня на ваше рассмотрение представлен доработанный документ. Вторым важным вопросом повестки, как я уже говорил, является совершенствование механизмов применения общих антидемпинговых, компенсационных и специальных мер для защиты интересов производителей товаров в нашем Союзе. В повестку заседания включен блок вопросов,
международного сотрудничества Евразийского экономического союза. Нам предстоит определить основные направления деятельности союза в этой сфере на предстоящий 2021 год. Мы должны принять решение о начале работы соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС-7, а также определиться по срокам начала подготовки соглашения о зоне свободной торговли с Ираном. Это знаковые документы, подтверждающие интерес к нашему союзу в мире, поэтому предлагаем комиссии активизировать переговоры также с другими государствами. Считаю, что пора развернуть предметную работу по выполнению статьи 41 договора о союзе, то есть по совместному развитию экспорта производимых в наших странах товаров и услуг. Уважаемые коллеги, этим заседанием завершается год председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза. Мы сразу обозначили в своей программе весьма амбициозные цели. Всемирное укрепление нашего союза, гармоничное развитие экономик стран и повышение благосостояния граждан. Они имеют универсальный характер и выгодны всем участникам. Особенно это актуально в текущем году, который стал настоящим испытанием на прочность здравоохранения, экономик и политических систем всех стран мира. Пандемия, как лакмус, раскрыла суть экономических союзов и интеграционных объединений. Она на практике убедила даже самых ярых скептиков, что только вместе мы сможем быть сильнее. Одновременно коронавирус также показал истинную цену невыполнения ранее достигнутых договоренностей. Позвольте кратко подвести некоторые итоги нашей работы. В этом году принят ряд актов Союза по переходу к единой или общей политике в отраслях сельского хозяйства, энергетики, транспорта. Проработаны возможности применения антидемпинговых, компенсационных и специальных мер для защиты экономических интересов производителей товаров в Евразийском экономическом союзе. Продолжено согласование подходов к принципам и механизмам функционирования и государственного регулирования интегрированного валютного рынка, расширение использования национальных валют государств-членов ЕАЭС во взаимных расчетах, девалютизации экономик наших стран, формированию общей расчетной инфраструктуры и платежного пространства. Инициирован ряд мер по импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве. Однако участники Союза периодически нарушают договоренности и вносят предложения о беспошлинном ввозе на территорию Союза тех или иных товаров третьих стран, аналоги которых производятся у нас в Союзе. Мы имеем выпадающие бюджетные доходы, фактически поддерживаем иностранного производителя и дискредитируем нашу общую работу по развитию промышленной кооперации и снижению зависимости от импорта. Позитивно оцениваю деятельность комиссии по формированию сбалансированного аграрного рынка на основании межгосударственной кооперации и системы прогнозирования развития АПК нашего союза. Вместе с тем считаю, что потенциал союза должен быть задействован не только в целях развития внутреннего рынка, но и для продвижения сельскохозяйственной продукции на рынке третьих стран. В этом году принят ряд решений в сфере технического регулирования. Проводится работа по гармонизации законодательств государств-членов ЕАЭС для установления ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, а также правил и процедур проведения оценки соответствия. К сожалению, отсутствуют результаты в регулировании вопроса о методах контроля содержания лекарственных средств пищевой продукции животного происхождения, в том числе переработанной. Проблема не решается несколько лет. Считаю, что этот вопрос комиссия принципиально должна урегулировать в течение следующего года.
Мы заметно активизировали работу по устранению барьеров, максимальному сокращению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза. Есть подвижки в сдерживании появления новых видов препятствий, но этого недостаточно. До настоящего времени не внедрен разрешительный порядок введения национальных ограничительных мер с их предварительным рассмотрением Союза. Осталась лазейка в виде возможности многократного введения изъятий в сфере закупок. Нами инициировано усиление полномочий Евразийской экономической комиссии. Но успехов здесь тоже пока нет. О каком развитии может идти речь, если комиссия до сих пор не наделена правом обращаться как самостоятельный субъект в суд Евразийского экономического союза? Несмотря на сложности обусловленной пандемии, в 2020 году была продолжена работа по активизации сотрудничества с международными организациями. Проведен ряд мероприятий в рамках соглашения о торговле с Китаем, Вьетнамом, Ираном. Продолжаются переговоры по заключению торговых договоров с Египтом, Индией. Ведется подготовка к началу переговоров по либерализации торговых режимов с Индонезией и Монголией. В рамках цифровой повестки формируется система соответствующих транспортных коридоров, обеспечивается взаимодействие в сферах промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий, содействие трудоустройству и занятости граждан государств-членов ЕАЭС. Уважаемые участники заседания, не все из обозначенного в программе председательства нашего мы с вами успели выполнить в силу объективных обстоятельств. Часть мероприятий потребовала на реализацию значительно больше времени, чем один год. Однако убежден, что совместная работа по предложенным направлениям продолжится в следующем году. Ведь задачи белорусского председательства, направленные на укрепление и развитие Союза, во многом созвучны с идеями Республики Казахстан. Сегодня мы передаем право страны председателя в органах Союза на 25-й год Нурсултану и желаем нашим казахстанским коллегам успехов в этой работе. Благодарю вас, уважаемые друзья, за внимание. Я сделал вступление как председатель и будем считать это моим выступлением в дебатах по повестке дня. А сейчас, согласно нашей договоренности, хотел бы предоставить слово почетному председателю нашего союза, первому президенту Казахстана, Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Прошу вас, уважаемый, пожалуйста, выступайте. Уважаемые члены Высшего совета нашего союза, участники заседания, я благодарю вас за приглашение и предоставленное слово. Давно не видел вас. С большим удовольствием вижу, смотрю, здоровыми, крепкими, красивыми всех вас. Я искренне от души рад. Приветствую всех вас на этом заседании. Хочу поблагодарить белорусскую сторону, лично Александра Григорьевича, за успешную работу в качестве председателя в органах ЕАЭС, организации сегодняшней встречи. Он всегда подходил серьезно ко всем вопросам, скрупулезно и ставил важные вопросы решения. Сегодня мы принимаем очередные шаги к расширению географии нашего союза благодаря предоставлению республикам Куба и Узбекистан статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Хотел бы сердечно поприветствовать глав Узбекистана и Кубы. Отрадно, что государства Центральной Азии все больше вовлекаются в работу нашей организации. Уважаемый Шавкат Мирманович, хотел бы поблагодарить вас и поздравить за проявленный интерес. Уверен, что участие Узбекистана в качестве наблюдателя на первой стадии принесет пользу и Узбекистану, и всем нашим государствам.
Нам следует активизировать эту работу и продолжить взаимодействие Союза с третьими странами и интеграционными объединениями. Текущий год был насыщен негативными событиями, включая тяжелейшую пандемию, экономический кризис, конечно, непростые выборы, которые прошли в Белоруссии, члены нашей организации, события, происшедшие в Армении. Все это мы наблюдали и переживали. Надеемся, что это будет позади. Сама пандемия вновь показала важнейшую роль государства в кризисные времена. Благодаря оперативным мерам государственного регулирования нам удалось избежать негативных сценариев развития пандемии, неконтролируемого спада экономической активности, значительных потерь человеческого капитала. Только государственная поддержка обеспечила стабильность на внутренних рынках продовольственной, лекарственной и другой социально значимой продукции. С удовлетворением хочу отметить высокий уровень кооперации государств членов ЕАЭС и взаимного обмена гуманитарной помощью в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Совместно разработан и утвержден план мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории ЕС. Хочу отдельно отметить важнейшую связующую роль России, которая всегда оказывала поддержку своим союзникам. И это наиболее ярко проявилось в период пандемии, когда, стоя плечом, помогали друг другу. Россия первым из стран создала вакцины от COVID и предложила странам нашего Союза эту вакцину. Более того, в этот сложный период государства-члены ЕС, как добросовестные партнеры, не поддались протекционистской панике и не позволили себе каких-либо недружественных экономических действий друг другу, несмотря ни на что. Это подтверждает, что проводимый нами курс на интеграцию оказывается единственно верным. Уверен, что совместные слаженные действия позволят преодолеть кризисные последствия и выйти на более высокий уровень развития нашего Союза. Я в этом убежден и очень хотел бы этого. Дорогие друзья, подводя итоги 5 лет, о чем говорил Александр Григорьевич, я с уверенностью могу сказать, что цели интеграции, несмотря ни на что, все же продвигаются вперед и достигаются. Объем взаимной торговли страны ЕС за 5 лет вырос на 35%, составил 62 миллиарда долларов. В 2015 году было 46. В результате совокупный ВВП стран ЕС возрос на 21% и составил 2 триллиона долларов. Однако потенциал дальнейшего роста экономики по-прежнему еще очень большой. Надо учесть, что вот эти 5 лет, о чем мы говорим, были годы непростые очень и кризисные. И если все это мы преодолеем и вступим в путь развития, то показатели будут еще лучше. Наш Союз должен стать центром притяжения мировых производственных торговых потоков в условиях укрепления роли государства и постпандемической реальности, считаю правильным усилить нашу работу по следующим направлениям. Во-первых, нам нужно ускорить темпы интеграции промышленных потенциалов наших стран. На сегодня объем несырьевых товаров во взаимном товарообороте наших стран составляет всего 16%. Это очень мало. Александр Григорьевич тоже отметил этот вопрос. Это обеспечит широкий спектр конкурентных преимуществ, в том числе для сырьевой базы наших стран. Мы должны привлекать и локализовывать масштабные элементы цепочек добавленной стоимости будущего, смещаемые, например, с Юго-Восточной Азии сейчас, других регионов. Во-вторых, нам необходимо наращивать объемы и устойчивость торговых потоков, как внутри, так и за пределами ЕС. Потенциал взаимной торговли наших стран не реализован, к сожалению, и составляет менее 9% от объема внешнего товарооборота членов ЕС. А вот это наша главная задача – наращивать внутри, действительно заменять
импортозамещения товарами из наших государств. Для сравнения скажу, в таких союзах, как Европейский союз, НАФТА и АСЕАН, этот показатель, соответственно, составляет 63%, 49%, 45% соответственно, а у нас менее 9%. В-третьих, мы стали свидетелями беспрецедентных изменений на мировом цифровом рынке. Главным бенефициаром уходящего года стала мировая IT-индустрия. Пандемия ускорила цифровую трансформацию, изменила традиционные методы ведения бизнеса, радикально повлияла на экономику, социальную сферу и систему здравоохранения. ЕАЭС должен стать площадкой с активной диджитализацией, цифровизацией, то есть в каждом из его стран-членов, что благотворно повлияет на экономическое взаимодействие между нашими странами. В первую очередь это касается оперативно и качественного обмена данными. Это ускорит процессы прохождения грузов, согласования стандартов и сертификации. Уважаемые коллеги, предстоящий год нам предстоит начать с непростых условий. Главная задача перед всеми нами – сначала победить пандемию, а потом определить новую политику экономики, как нам постпандемический период восстановить и начинать развивать наши страны. Но, как показала практика, мы научились оперативно и слаженно реагировать, мобилизовать свои силы для борьбы с вирусными проявлениями, ЦЭРом. Уверен, что вместе мы сможем сделать Евразийский союз еще более сильным и конкурентным. Я абсолютно в этом уверен. Важно продолжить работу по построению общих рынков, созданию безбарьерного пространства Евразийского экономического союза. Подчеркну, что наша интеграция должна основываться исключительно на экономической целесообразности. Основным двигателем интеграционного процесса должны служить именно экономические интересы. Уверен, что сегодня будут достигнуты взаимоприемлемые решения по всем даже самым сложным темам, как это было всегда. Я хочу, пользуясь случаем, поздравить всех вас с наступающим Новым годом. У кого-то наступает Крисмас, просто Новый год. И от всей души поздравить всех вас, вашей семьи, ваших друзей и близких, и пожелать крепкого здоровья, успехов, счастья в Новом году. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо, Нурсултан Абишевич, за то, что, во-первых, приехали на наше совещание. Конечно, жаль, что мы по телевизору только сегодня встречаемся, но, думаю, еще будет момент, мы пообщаемся и обсудим те проблемы, о которых вы только что говорили, и проблемы, о которых, безусловно, будут говорить наши коллеги. Большое вам спасибо за это, и большое спасибо вам за замечание. Пользуясь нашей практикой обычной, следующим я хотел бы предоставить слово в порядке русского алфавита по наименованию государств-членов Союза Николу Ваевичу Пашиняну, премьер-министру Армении. Пожалуйста, Никол Ваевич, вам слово, выступайте. Спасибо большое, Александр Григорьевич, уважаемый председатель, уважаемые главы государств, уважаемые участники заседания. Рад нашей очередной встрече, на которой хотел бы также тепло поприветствовать почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета Нурсултана Абишевича Назарбаева. Это последнее заседание Высшего Совета в текущем году, в связи с чем хотел бы начать свое выступление со слов благодарности в адрес белорусского председательства в ЕАЭС. В сложившихся форс-мажорных обстоятельствах председательство Минска при поддержке государств-членов и плодотворной работе комиссии было продуктивным и полезным. Пандемия и вызовы, с которыми мы столкнулись в этом году, создали значительные вопросы. Вместе с тем, это не привело к сужению охвата деятельности Союза. Наоборот, трудности сплотили нас. Более того, они подчеркнули необходимость
активизации процессов по завершению строительства эффективно функционирующего интеграционного объединения, обеспечивающего свободу передвижения товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Союза, нацеленного на создание условий по дальнейшему сближению наших экономик и повышению уровня их интеграции. Такая точка зрения нашла подтверждение именно в условиях кризиса, в преодолении которого неоспоримо значение той поддержки, которую мы получили и продолжаем получать от наших партнеров. Мы благодарны за неоценимую помощь, оказанную Российской Федерацией в противодействии распространению пандемии и при парировании вызовов, с которыми мы столкнулись в этом году. В контексте шагов по преодолению сегодняшних вызовов невозможно обойти то обстоятельство, что географическая удаленность и отсутствие общей границы со странами Союза создают для Армении определенные трудности и экономические издержки. Как следствие, беспрепятственная грузовая и пассажирская связь с остальными государствами Союза имеет для нас фундаментально важное значение. Ограничения в данной области являются особенно чувствительными, и поэтому создание условий для отмены запретов на въезд граждан Армении в ряд стран ЕАЭС сегодня имеет актуальное значение. В рамках обеспечения экономической стабильности в сложившихся условиях хочу также выделить инициативу Армении по созданию зеленых коридоров, направленную на упрощение таможенных процедур. В этом контексте неоспорима важность применения мер для поддержания внешнеэкономических связей наших стран как внутри самого Союза, так и с третьими странами и их объединениями. Уважаемые коллеги, сегодняшняя встреча приобретает особую значимость, учитывая, что Республике Куба и Республике Узбекистан будет официально присвоен статус наблюдателя Евразийском экономическом союзе. В связи с этим хотел бы приветствовать президента Республики Узбекистан Шавката Мирамоновича Мирзиеева и президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. Мы подтверждаем нашу приверженность и готовность к сотрудничеству. Рассчитываем, что вовлечение государственных наблюдателей в реализацию совместных программ в ближайшем будущем найдет свое отражение в росте взаимной торговли и экономического сотрудничества. Это будет также способствовать повышению инвестиционной привлекательности наших стран. Полагаем, что взаимодействие ЕАЭС на внешнем контуре должно перерастать новыми взаимовыгодными проектами, расширяющими последующее сотрудничество с той или иной страной. В этом ключе рассматриваем и предложение к принятию решения по продолжению работы на пленарном подписанного в 2018 году временного соглашения с Ираном. Армения настроена на последовательное продвижение экономических интересов Союза на мировом рынке и содействие позиционированию ЕАЭС как надежного, предсказуемого партнера на международной арене. Уверены, что принятые сегодня документы об основных направлениях международной деятельности ЕАЭС на 2021 год и о подходах к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами Союза на среднесрочную перспективу внесут важный вклад в реализацию этих целей. Уважаемые коллеги, Армения считает приоритетом доработку и окончательное согласование стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года. Мы должны найти компромиссные развязки, позволяющие завершить этот чрезвычайно важный для нашего интеграционного объединения процесс. Мы придерживаемся принципиальной позиции о необходимости скоординированной энергетической политики.
в частности, уверены, что формирование общего рынка газа Союза является неотъемлемой частью экономической интеграции в рамках Союза. Республика Армения выражает свое удовлетворение в связи с работой, проделанной комиссией и уполномоченными органами государств-членов в прошедший период в рамках первого этапа формирования общего рынка газа ЕАЭС. Хотелось бы подчеркнуть важность второго этапа, основным результатом которого должно стать создание инфраструктурной, технологичной и правовой основы формирования общего рынка газа Союза. В связи с этим еще раз выражаем уверенность, что разработка и принятие международного договора об общем рынке газа ЕС станет важной верхой деятельности Союза и развития интеграционного пространства. Уважаемые коллеги, на созидании Межправительственного совета, состоявшегося неделю тому назад, был рассмотрен вопрос о предоставлении тарифных преференций в отношении товаров, происходящих и ввозимых на таможенную территорию Союза из развивающих и наименее развитых стран. Полагаем, что реализация достигнутых в рамках Межправсоюза договоренностей о проработке вопроса позволит подвести перечень стран-пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС под критерии, принятые в рамках ЕАЭС. Это также исключит необходимость проработки вопроса на уровне Высшего Евразийского экономического совета и со стороны суда ЕАЭС. Уважаемые участники заседания, ввиду того, что в 2021 году председатель в органах ЕАЭС переходит к Республике Казахстан. В завершении своего выступления хотел бы пожелать успехов нашим казахстанским друзьям и подтвердить готовность Республики Армения к взаимодействию с председательствующей стороной и государствами-членами в интересах дальнейшего развития Союза. Благодарю за внимание. Никола Валерьевич, большое спасибо вам за ваше конструктивное выступление. Все мы знаем, что особенно нам, Беларуси, это знакомо, что Армения переживает непростой период, и позвольте от имени всех участников нашего заседания пожелать вам успехов в этой непростой борьбе, и мы уверены, что армянский народ с честью выйдет из того положения, которая складывается сегодня в связи с тем, что и на международной арене проблем хватает, да, и внутри наших государств. Спасибо вам. Позвольте предоставить слово президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Пожалуйста, Касым-аке, вам слово. Уважаемый Нурсултан Абишевич, уважаемые коллеги, прежде всего хотел бы выразить благодарность нашему почетному председателю Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за очень интересное и содержательное выступление. Я приветствую вас на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Прежде всего, хотел бы выразить слова благодарности белорусской стороне и лично Александру Григорьевичу Лукашенко за успешное председательство в органах нашего Союза в текущем году. Подводя итоги текущего года, который стал для всех нас серьезным испытанием, можно отметить, что Союз продемонстрировал единство и сплоченность, а самое главное – способность противостоять тяжелейшим вызовам. Оперативно приняты важные решения, направленные на обеспечение здоровья и безопасности населения наших стран. Это заслуга правительств и Евразийской экономической комиссии. Стремительное распространение COVID-19, падение цен на сырьевые товары, резкое снижение экономической активности во всем мире – все это негативно отразилось на экономиках наших стран. Согласно официальному отчету ОЭСР, Организации экономического сотрудничества и развития, мировой валовый внутренний продукт по итогам 2020 года сократится на 4,5%. По прогнозам Всемирного банка, в развивающихся странах ожидается спад на 2,5%. По сути, это первая всеобъемлющая рецессия в этой группе за последние 60 лет.
Важнейший показатель. Доходы на душу населения снизятся в этом году на 3,6%. Негативные тенденции также оказали влияние на торговлю в рамках Союза. Взаимная торговля за 9 месяцев текущего года снизилась на 13% и составила 39 миллиардов долларов. Товарооборот Евразийского экономического союза с третьими странами снизился еще больше, на 19% и составил 447 миллиардов долларов. Все это делает неотложную задачу эффективного взаимодействия, поиска резервов, роста и раскрытия экономического потенциала нашего союза. За период функционирования союза взаимная торговля Казахстана с партнерами выросла на 33%, в том числе экспорт вырос на 25%, приток инвестиций из стран Евразийского экономического союза вырос до 6% в общем объеме. Количество совместных предприятий увеличилось в 2 раза и составляет около 13 тысяч. К сотрудничеству с Союзом стремятся многие страны. Статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе будет предоставлен Республике Узбекистан и Республике Куба. Мы рассчитываем, что этот шаг откроет широкие перспективы всестороннего экономического сотрудничества с практической и взаимовыгодной отдачей. В целом мы рассматриваем это как пример растущего авторитета, привлекательности, узнаваемости нашего объединения во всем мире. Большие перспективы видим в наращивании торговли и широкой кооперации с братским Узбекистаном. Считаем, что участие Узбекистана в евразийском проекте гармонично дополнит наши двусторонние связи, а также сотрудничество в рамках Центральноазиатского региона. Отдельного внимания заслуживает утверждение стратегии Евразийского экономического союза до 2025 года. В мае текущего года, как вы знаете, я высказался в пользу более полной проработки проекта стратегии, учитывая наличие в нем некоторых спорных положений. Благодарю своих коллег, глав государств за поддержку данной позиции, нашей позиции. Отмечу, что правительствами и комиссией проведена содержательная, конструктивная работа по доработке стратегии, в частности, скорректированы мероприятия, предусматривающие гармонизацию и унификацию законодательств государств-членов в ряде отраслей. Пересмотрены полномочия комиссии в части обязательного участия в двусторонних переговорах с третьими странами. Теперь комиссия может участвовать в переговорах только по инициативе самого государства-члена. Думаю, это выверенный и гибкий подход. Доработан направление сотрудничества и формулировки в сфере образования и здравоохранения, подчеркивающую экономическую направленность пятистороннего сотрудничества в данных сферах. Кроме того, сегодня мы обсуждаем предложение, которое я высказал на прошлом заседании. Оно касается формирования кадрового состава комиссии. Напомню, Казахстан выступает за отказ от жесткой привязки представленности граждан в комиссии к доле финансирования. Исходим из того, что в международной организации мы должны создавать равные условия для работы, базируясь прежде всего на профессиональных качествах кандидатов. Только таким образом комиссия способна стать действительно наднациональным органом, ратующим за интересы Союза в целом. С практической точки зрения, представительная работа в комиссии граждан всех 5 государств даст возможность профессионального роста, поможет воспитать специалистов именно в сфере евразийской интеграции. Национальное правительство получит управленцев, детально разбирающихся в праве Евразийского экономического союза, настоящих евразийцев, имеющих налаженные связи с коллегами из других стран. Правительство дополнительно проработает это предложение. Надеюсь, они смогут найти взвешенное решение. В целом, с удовлетворением отмечаю, что по всем чувствительным для нас вопросам достигнут приемлемый консенсус. Это еще раз показывает стремление стран к учету позиций друг друга и нахождению компромиссов. Помимо формирования стратегии видения на перспективу, необходимо подумать о тактических шагах и инициативах. В этой связи я предлагаю обратить внимание на следующее. Первое. В условиях пандемии важнейшей задачей правительств, государств-членов является стимулирование предпринимательской активности. В отличие от крупных предприятий, представители среднего и малого бизнеса
не имеют достаточных возможностей для кооперации. В то же время эта часть бизнеса является стержневым элементом наших экономик, обеспечивающим большую часть населения рабочими местами. В этой связи предлагаю комиссии сформировать комплекс предложений по вовлечению именно малых и средних предприятий в интеграционные производственные цепочки. Второе. Продолжающийся экономический рост Китая и Азии в целом постепенно превращает Восток в центр мировой экономической гравитации. Азия действительно становится регионом 21 века, и 28% мирового валового внутреннего продукта уже сконцентрировано здесь, в Азии, и эта цифра будет только расти. Сейчас тренд разворота на Восток предлагает новые возможности транспортно-логистической кооперации. Нам, евразийским странам, следует полностью реализовать свой транзитный потенциал. Предлагаю форсировать работу по модернизации трансграничных участков, транспортных артерий, в частности, завершить строительство и модернизацию участка автодороги Западная Европа-Западный Китай на территории Российской Федерации. Кроме того, следует начать процесс оцифровки всех автомобильных коридоров с целью обеспечения свободы внутреннего движения товаров, а также транзиты в третьи страны. Третье. Отдельными экспертами регулярно проводятся оценки влияния интеграционных процессов на наши страны. Порой такие оценки далеки от объективности и не отражают реальной ситуации. При этом результаты так называемых анализов широко транслируются в социальных сетях, отчасти формируют общественное мнение и отношение наших граждан к интеграции. Комиссии необходимо оперативно разработать модель оценки, которая объективно покажет всем реальный вклад в добавленную стоимость интеграции в экономике наших стран. Кроме того, предлагаю председателю и членам коллегии Евразийской экономической комиссии проводить выездные встречи с бизнесом в каждой стране нашего Союза. Это позволит повысить информированность населения о проводимой работе, а также установить прямой канал обратной связи с бизнесом. Министры комиссии являются наднациональными чиновниками. Соответственно, они должны слышать проблемы и заботы бизнеса всех стран и решать их в рамках своей отраслевой компетенции. Тренд комиссии на отход от рассмотрения вопроса в нейтральном общесоюзном ключе, исследование и защита исключительно национальных позиций, хотя и не проявился в настоящее время, но если он проявится, то такая тенденция, естественно, не принесет пользы в среднесрочной перспективе. Существует риск того, что комиссия из органа, объективно продвигающего интересы всего Союза, может превратиться просто в площадку для национальных переговорных команд. И в завершение, председательство в основных органах Евразийского экономического союза с нового года перейдет от Беларуси к Казахстану. Основными приоритетами на следующий год мы ставим полноценную реализацию договора о союзе, устранение барьеров, развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества, совершенствование процедур формирования кадрового состава комиссии, усиление ее функциональности и ответственности. Мое официальное обращение по этому вопросу будет направлено вам, уважаемые коллеги, в начале января следующего года. Уважаемые господа президенты, руководители государств, сотрудничество на площадке Евразийского экономического союза, безусловно, остается приоритетным направлением для нас. Впереди нас ждет еще один непростой год. Уверен, что приложив совместные усилия, мы достигнем поставленных целей, выйдем на новый качественный уровень евразийской интеграции. Хочу поздравить вас с грядущим Новым годом, пожелать крепкого здоровья и всего самого хорошего. Благодарю за внимание. Спасибо, Касым Жумарт-Кемелевич. Вы очень правильно сказали. У нас был непростой 20-й високосный год. Ждет непростой наш, непростый будет и 21-й год. Знаю, что и в Казахстане, все мы знаем, год начнется с парламентских выборов. Мы хотели бы вам и первому президенту Казахстана пожелать успехов в проведении этой политической кампании. То, что она будет непростой, вы это видите и по Беларуси, и по другим странам. Поэтому мы будем болеть за вас, будем переживать, будем всячески поддерживать вас
в создании стабильного, мощного и процветающего Казахстана. Благодарю вас, Касым Жомарт Кемелевич, позвольте. Благодарю вас, Александр Григорьевич. Спасибо. Позвольте мне передать слово таланту Турдумаметовичу Мамытову, исполняющему обязанности президента Кыргызской Республики. Прошу вас говорить. Спасибо. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые главы делегации, позвольте сердечно приветствовать всех участников заседания Высшего Евразийского экономического совета. Выражаю глубокую благодарность белорусской стороне, лично Александру Григорьевичу Лукашенко за высокую организацию нашего заседания. Хочу особо поприветствовать первого президента Республики Казахстан, почетного председателя нашего совета, уважаемого Нурсултана Абишевича Назарбаева. Именно благодаря инициативе совместной успешной интеграции на евразийском пространстве. Отрадно также отметить, что на нашей сегодняшней встрече впервые участвует президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Рамонович Мирзиёев, а также президент Республики Куба, господин Мигель Диас-Корнель Бермудес. Несомненно, вовлеченность Республики Узбекистан и Республики Куба является еще одним подтверждением выбранного нами курса на укрепление диалога с нашими партнерами. Пользуясь случаем, хочу искренне пожелать вам успешной и плодотворной работы в нашей совместной деятельности. Уважаемые участники заседания, хотел бы отметить, что участие в ЕС является приоритетным направлением внешней политики Казахстана. Мы всегда выступаем за открытый и конструктивный диалог по всему спектру вопросов в рамках Союза. ЕС сравнительно новая организация, но она проходит достойный и качественный путь в своем развитии. Сегодня главным вопросом является принятие документа, определяющего стратегические направления развития евразийской экономической интеграции, который составит повестку развития Союза и определит основные направления работы на ближайшие 5 лет. В этой связи хотел бы отметить, что в стратегию включена инициатива Кыргызской Республики по внедрению механизмов и программ целевого финансирования в рамках действующих институтов развития. Она предусматривает дополнение новыми подходами уже имеющихся способов финансирования нашими региональными институтами развития. Выражаю уверенность, что данная инициатива сыграет ключевую роль в сокращении разрывов уровня развития наших национальных экономик и интеграции в целом. Сегодня наиболее актуальным для кыргызской стороны также является вопрос формирования общего рынка газа. Данный вопрос является одним из важнейших приоритетов нашего сотрудничества и одной из существенных составляющих обеспечения энергетической безопасности наших стран. Учитывая особенности повесток поставок газа в Кыргызскую Республику, считаю, что нам необходимо предусмотреть недискриминационный подход по доступу к инфраструктуре для транспортировки газа, вне зависимости от страны происхождения, в целях обеспечения внутренней потребности государств-членов Союза. Важно отметить и тот факт, что мы достигли позитивных результатов в осуществлении единой внешнеторговой политики Союза, основой которой является таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, а также меры защиты внутреннего рынка. В целях защиты производителей Евразийского экономического союза от недобросовестного импорта из третьих стран все принятые наши меры должны благоприятно влиять не только на производителей, но и учитывать условия конкуренции на внутренних рынках наших стран. При этом подходы должны быть регламентированы и направлены на недопущение правовой неопределенности. Хотелось бы также отметить, что различные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции и вынужденным закрытием границ, как нам всем хорошо известно, стали
основной причиной снижения экономической активности наших стран. В таких условиях крайне важно усилить промышленную и агропромышленную кооперацию в наших странах, что позволит обеспечить эффективное посткризисное развитие экономики Союза и раскрыть высокий интеграционный потенциал ЕС. В данном контексте важно подчеркнуть особую роль региональных финансовых институтов по стабилизации экономических шоков и поддержке экономики Союза в целом. Уважаемые коллеги, свобода передвижения рабочей силы является основных принципов нашего Союза. Сегодня это не только социальная задача в рамках ЕС, это вызов для всего человечества. Со время участия Кыргызской Республики в Союзе было сделано многое для улучшения прав трудящихся. Кыргызская сторона инициирована вопросы социальной защиты и обеспечения трудящихся государств Союза, равно как и их семей. Наиболее остро вопросы социальной защиты проявились в период пандемии, с чем нам крайне важно вернуться к вопросу распространения действия обязательного медицинского страхования на членов семей трудящихся. Сегодня ситуация с распространением коронавируса привела к дефициту рабочей силы в странах нашего Союза, в том числе в силу имеющихся ограничений по перемещению. Кыргызская Республика готова к обсуждению и созданию дополнительных механизмов доступа необходимых эпидемиологических требований. Цифровизация экономик наших стран, внедрение современных цифровых технологий также становится приоритетной задачей сегодняшнего дня. Все наши совместные инициативы по автоматизации налогов и таможенных процедур, по переводу расширительных и сопроводительных документов на цифровые носители, а также по внедрению системы маркировки и прослеживаемости товаров должны быть ускорены. Внедрение данных систем позволит противодействовать теневой экономике и обеспечит значительное поступление финансовых средств в бюджет. В этой связи хотел бы отметить недавно подписанное соглашение с Российской Федерацией по развитию системы налогового администрирования в Кыргызской Республике, в рамках которого в скором времени мы ожидаем начала практических работ. Хотел бы выразить огромную благодарность президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу, за оказываемую личную поддержку в данном вопросе. Уважаемые участники заседания, уходящий 2020 год стал непростым периодом для экономики наших стран. Вместе с тем он выявил одну закономерность. Наша молодая организация готова противостоять любым вызовам и угрозам современности. Позвольте еще раз поблагодарить белорусскую сторону уважаемого Александра Григорьевича за эффективную работу в период председательствования в этом году. Учитывая, что председательство переходит в Республике Казахстан, желаю уважаемому Касым Жомарт Кемелевичу успехов в реализации поставленных задач и достижении намеченных планов Союза. Наша общая цель – это стабильное развитие экономик государств-членов в интересах наших народов. Желаю всем участникам заседания успехов в работе и благополучия. Спасибо большое. Благодарю вас, Калан. Хотел бы от государства, как председатель, успехов этот непростой и выборный период. Все знаем, что вы склонны модернизации политической конструкции вашего государства, совершенствованию. Это очень тяжелый и непростой процесс, но мы все будем рядом с вами и кыргызскому народу будем желать успехов в этот предстоящий 21 год и в дальнейшем. Готовы также к теснейшему сотрудничеству с республикой во имя процветания трудолюбивого, доброго кыргызского народа. Спасибо еще раз. Уважаемые друзья, позвольте мне предоставить слово президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Пожалуйста, Владимир Владимирович, вам слово.
Большое спасибо, уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые друзья. Я прежде всего хотел бы присоединиться к прозвучавшим здесь словам благодарности в адрес белорусского руководства за проделанную работу в ходе председательства в Евразийском экономическом союзе в 2020 году. Несмотря на то, что эта работа велась в непростых условиях, связанных с распространением пандемии коронавируса, нам вместе удалось все-таки многого добиться. Интеграционные процессы в рамках Евразэс продолжали успешно развиваться. Об этом свидетельствует и солидный пакет решений и договоренностей, подготовленных для утверждения на сегодняшнем заседании Высшего Евразийского экономического совета. Я убежден, что реализация будет способствовать дальнейшему расширению взаимодействия в торговле, в инвестициях, экономике в целом, финансах, в промышленности и энергетике, да и во всех других сферах. Уже отмечалось, что государства пятерки оперативно наладили эффективное сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Принятый в июле совместный план мероприятий, направленный на укрепление системы здравоохранения стран Евразэс, прекращение распространения инфекции выполняется в полном объеме. Что касается России, то мы передали партнерам по Союзу тест-системы для проведения в общей сложности свыше 900 тысяч исследований на COVID-19. Поставляем и продолжим поставлять медикаменты, средства индивидуальной защиты, расходные материалы. Очень важно, что, как вы знаете, российские специалисты находятся в постоянном контакте с коллегами из стран пятерки. Оказывают консультативную помощь, делятся опытом. В наиболее пострадавшие районы на государстве Евразэс выезжали наши бригады врачей, эпидемиологов, направлялись мобильные лаборатории. Сейчас прорабатывается вопрос о поставках в страны Союза российской вакцины «Спутник Ви». И, кстати, у нас уже прошла регистрация вторая вакцина «Эпивак Корона». И еще одна находится на завершающей стадии испытаний. И мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы все партнеры по пятерке приняли участие в научных и клинических исследованиях российской вакцины, в организации совместного производства. Пандемия коронавируса, к сожалению, оказала негативное влияние на положение дел в экономике и социальной сфере наших государств. Наблюдается спад валового внутреннего продукта, объемов торговли, промышленного производства. Все это сказывается на уровне занятости, на безработице. Поэтому перед всеми нами, перед всеми странами Евразэс, наряду с заботой о жизни и здоровье людей, конечно, в числе приоритетов стоит и задача сделать так, чтобы нынешние экономические неурядицы не приобрели затяжной и долгосрочный характер. И это побуждает нас еще больше сплотиться, еще более энергично заниматься выправлением ситуации, решением вопросов экономического восстановления и развития. Активнее продвигаться по пути интеграционного строительства. Мы поддерживаем подготовленный правительствами пятерки проект стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года, предусматривающий завершение формирования в рамках Евразэс общего рынка товаров, услуг, капитала, рабочей силы, а также единого цифрового пространства. Все это нацелено на то, чтобы стимулировать рост экономик наших государств, в конечном итоге повысить благосостояние и качество жизни наших граждан. Собственно говоря, в этом состоит основная наша цель. Отдельно хотел бы остановиться на вопросах сотрудничества государств-членов Евразэс в сфере цифровизации. Здесь коллеги тоже уже упоминали об этом. Мы все в этом году воочию убедились, насколько важное значение с учетом возникших обстоятельств имело использование передовых информационных технологий. Во многом благодаря этому удалось обеспечить нормальное функционирование государственных органов, буквально всех отраслей промышленности, образования, медицины. И подчеркну, что Россия была одним из инициаторов развития взаимодействия на данном направлении. Мы с удовлетворением отмечаем, что принятое в 2017 году на саммите Высшего Евразийского экономического совета в Сочи цифровая повестка Союза последовательно реализуется. Она предусматривает проведение государствами пятерки согласованной политики в области развития
интернет-экономики, формирование общих правил электронной торговли, единых стандартов обмена информацией и ее защиты. В рамках Евразэс уже осуществляются крупные цифровые проекты. Это в сфере транспорта, промышленности, рынка труда. Продвижением цифровых инициатив занимается, как известно, Евразийский банк развития. По его линии учрежден специальный фонд, призванный содействовать финансированию новых перспективных проектов в сфере информационной интеграции. Один из таких проектов предложен России и подразумевает создание мобильного приложения, позволяющего значительно упростить административные формальности при передвижении между странами Евразэс. Электронные технологии помогают и в деле защиты нашего общего рынка и, соответственно, потребителей от контрафактной продукции. Мы нацелены на ограничение нелегального товарооборота, улучшение конкурентной среды для бизнеса, для наших с вами предприятий. Используемые в рамках Евразэс цифровые механизмы маркировки товаров, применение которых, напомню, также было инициировано Россией, помогают обеспечить контроль за перемещением грузов по территории Союза. Представляется полезным расширить сферу действия соглашения о маркировке товаров. И до конца года будут внедрены цифровые метки для маркировки табачных изделий, лекарственных некоторых препаратов, парфюмерии, обуви, фотооборудования, автомобильных шин. Вот с 1 января 2021 года предусматривается введение маркировки товаров легкой промышленности, а затем и отдельных видов молочной продукции. Уважаемые коллеги и друзья, хотел бы отметить, что развивающаяся интеграция в рамках Евразэс вызывает заинтересованность государств. Сегодня мы уже об этом говорили. Сегодня Высший Евразийский экономический совет примет решение о предоставлении Республике Узбекистан. Я приветствую нашего коллегу, президента Узбекистана и Республики Куба. Даже решите поприветствовать президента Кубинской республики, мы предоставляем статус наблюдателя. Это действительно важный, качественный шаг по укреплению связи Союза с нашими естественными, традиционными партнерами. Реализуется соглашение о сотрудничестве Евразэс с такими экономическими крупными странами, как Китай, Индия. В ближайшее время состоится первый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле с Индией. А сегодня утвердим решение о запуске аналогичных переговоров с Ираном. Мы также поддерживаем идею заключения преференциальных договоренностей с Индонезией и Монголией. Стоит особо отметить, что 10 ноября в ходе прошедшего под российским председательством заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества был подписан меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Евразийской экономической комиссией. Видим в этом еще один шаг по пути к осуществлению выдвинутой нами идеи создания большого евразийского партнерства в сфере безопасности, экономического и гуманитарного взаимодействия. И в этом контексте большое значение, конечно, имеет развитие сотрудничества с другими странами и региональными интеграционными объединениями. В первую очередь речь идет о сопряжении деятельности Евразэс с реализацией китайской известной инициативы «Один пояс, один путь». В конечном итоге упомянутые мною шаги, несомненно, сыграют свою положительную роль для формирования на всем пространстве нашего общего евразийского континента по-настоящему благоприятной атмосферы и атмосферы партнерства, сотрудничества. Уважаемые коллеги, я в заключение хотел бы пожелать нашим казахстанским друзьям, которые будут председательство принимать сейчас в Евразийском Союзе, успехов в будущем году. И можете, безусловно, уважаемые коллеги, рассчитывать на нашу поддержку, на всемирное содействие с нашей страны. Я не сомневаюсь, что Казахстан, поскольку он является инициатором создания нашего объединения, я хочу еще раз вспомнить о роли первого президента Казахстана Сонбеча Назарбаева в этом. Хочу его поблагодарить за эту идею и за то, что он продвигал ее на постсоветском пространстве, причем достаточно энергично и эффективно.
не сомневаюсь в этой связи, что казахстанское председательство будет успешно. Благодарю вас, Владимир. Благодарю вас, Владимир Владимирович. Мы все отмечаем, что времена непростые. Непростые они и прежде всего для наших близких друзей и братьев Российской Федерации. Вы видите, что острие атак из-за пределов нацелено на Россию. Мы это в Беларуси остро ощущаем. Поэтому, Владимир Владимирович, терпение вам. И, как говорил первый наш почетный наш председатель нашего союза Нурсултан Абишевич, вы, Россия, стержень нашей интеграции. И, как он говорил, ну куда от этого деться? Поэтому терпение, еще раз вам терпение. Вы знаете, что мы всегда будем поддерживать и всегда вас поддерживали, Россию, потому что без нее не может быть на постсоветском пространстве интеграции. Уважаемые друзья, сейчас хотел бы предоставить слово приглашенному на заседание Высшего Совета президенту Республики Молдова Игорю Николаевичу Дадону как представителю государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Прошу вас, Игорь Николаевич, пожалуйста, говорите. Спасибо большое, Александр Григорьевич. Уважаемые руководители, президенты глав государств, уважаемые друзья, уважаемые члены и участники Высшего Евразийского экономического совета, во-первых, очень рад вас поприветствовать, очень рад вас видеть в здравии. Давно не виделись, давно не общались. 2020 год оказался одним из самых тяжелых за последние десятилетия для всех нас. И мы, конечно, с тревогой и с интересом где-то следили за тем, что происходит в странах, которые представлены на этом заседании. Для Молдовы этот год был особенно тяжелым. Кроме пандемии коронавируса, с которой столкнулись большинство стран, все страны мира, в Молдове в этом году была беспрецедентная засуха. Впервые с 1947 года такого уровня. Экономический кризис и, конечно, выборы, президентские выборы, которые закончились около месяца назад. Но при слаженной совместной работе руководства страны, президента страны, правительства, спикера, нам удалось удержать ситуацию и справиться с этими вызовами. Я хочу с самого начала поблагодарить вас за то, что вы нас поддерживали в течение этого года. Каждого из вас, но в особенности руководство Российской Федерации. Уважаемый Владимир Владимирович, хочу вам сказать большое спасибо за помощь, которую вы нам оказали в борьбе с пандемией. И, конечно, за ту помощь, которую мы получили в борьбе с последствиями засухи. Хочу еще раз вас поздравить с тем, что в Российской Федерации есть вакцина. И мы очень надеемся получить эту вакцину для граждан Республики Молдова. Несмотря на серьезные пандемические, экономические и социальные вызовы этого года, на которые приходится быстро и адекватно отвечать, Молдова не сняла с повестки дня вопрос об укреплении своего сотрудничества с Евразийским экономическим союзом в качестве государства-наблюдателя. Правительство Молдовы направило в Евразийскую экономическую комиссию нашего официального представителя для поддерживания регулярных контактов с органами исполнительной власти. И в течение этого года участвовали наши представители в работу разных комиссий. В начале этого года мы начали переговоры с Евразийским банком развития о вступлении Молдовы в состав его участников. Видим в этом большие перспективы в плане содействия развитию национальной экономики и углублению взаимодействия с экономиками стран Евразийского экономического союза. Республика Молдова проявляет особую заинтересованность в получении финансовой поддержки для осуществления проектов в агропромышленной сфере и участия в проектах обеспечения продовольственной безопасности стран Союза, а также для реализации проектов модернизации инфраструктуры и масштабной цифровой повестки. Полагаем, что интерес к участию в таких проектах на территории Молдовы могут проявить и страны-члены Евразийского экономического союза. Мы наблюдаем за процессом развития ЕАЭС и отмечаем позитивные и привлекательные тенденции в области промышленной кооперации и индустриализации, технического
регламентирования, внедрение информационных технологий, развитие транспортной инфраструктуры и транспортных коридоров, расширение международного взаимодействия ЕС с третьими странами. Считаем Евразийский экономический союз эффективным интеграционным объединением, активно развивающим свое внутреннее экономическое пространство и внешние связи с третьими государственными и международными организациями. В этой связи хочу приветствовать намерение Республики Узбекистан и Республики Куба стать государствами-наблюдателями при Евразийском экономическом союзе и желаю им достичь больших практических результатов от более тесного экономического сотрудничества с государствами-участниками союза. Уважаемые коллеги и друзья, пользуясь представившейся возможностью, хочу поблагодарить вас за поддержку, которая была оказана Республике Молдова в реализации ее стремления углублять взаимодействие с экономическим объединением евразийских стран и стать государством-наблюдателем при Евразийском экономическом союзе. Хочу напомнить, что Молдова в 2017 году подписала меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономической комиссией, а в мае 2018 года стала первой страной, которая получила статус наблюдателя. Это были мои инициативы 2017 и 2018 года. Большинство граждан Республики Молдова с надеждой смотрят на дальнейшее сотрудничество и углубление взаимодействия с Евразийским экономическим союзом. Как вы знаете, месяц назад в Молдове состоялись президентские выборы. Надеюсь, что избранный президент Республики Молдова, который должен вступить в должность через 2 недели, продолжит содействовать развитию сотрудничества Молдовы со странами Союза, который на наших глазах превращается в притягательное интеграционное объединение, в один из мировых центров экономической силы. Молдове предстоит непростой 2021 год. Кроме борьбы с пандемией, борьба с негативными эффектами экономического кризиса, у нас очень непростая в следующем году, в конце этого года, начало следующего, будет и внутриполитическая ситуация. Скорее всего, нам предстоит досрочные парламентские выборы в 2021 году. Но, уважаемые коллеги, я хочу подтвердить мнение и позицию большинства граждан Республики Молдова по продвижению взвешенной внешней политики и продолжению сотрудничества с странами ЕС. Дорогие друзья, я хочу вам сказать слова благодарности за поддержку наших инициатив в течение последних 4 лет. Уверен, что нам еще предстоит сотрудничать и работать вместе в интересах наших граждан для углубления сотрудничества наших стран. Желаю всем странам, участвующим в евразийской интеграции, успехов в развитии своих экономик через укрепление евразийского партнерства и максимальное использование его преимуществ. Также, дорогие коллеги, хочу вас поздравить с наступающими новогодними праздниками, пожелать здоровья вам, удачи, успехов граждан стран, которые вы представляете. Спасибо большое еще раз за поддержку и здоровья всем. Благодарю вас, Игорь Николаевич. Все, что имеет наш союз в отношениях с Молдовой, связано с вашим именем. Вы не уходите от политики, наоборот, по-моему, исходя из моих наблюдений, да и моих коллег, я уверен, вы будете играть еще большую роль в этой политике в силу той политической конструкции, которую имеет Молдова. И вы сыграете еще в жизни Молдовы весьма значительную роль. Я хочу от имени наших коллег заверить вас, что вы будете настоящим нашим другом. Мы знаем, как вы стремились наладить отношения с Евразийским экономическим союзом. Вы в Молдове, наверное, больше, чем вы в Молдове, наверное, не были привержены такой политике. Ваша роль велика. Еще раз подчеркиваю, вы ведущий политик Молдовы, и мы хотим пожелать вам успехов, особенно парламентских выборов, если они пройдут в будущем году. Мы всегда будем рядом с вашим народом и с теми, кто выражает чаяния и нужды молдавского народа. Я имею в виду, прежде всего, вас, нынешнего президента Молдовы. Успехов вам! Теперь позвольте, уважаемые...
взять этот слово Шавкату Мирамоновичу Мирзиёеву. Он скоро, я надеюсь, станет буквально через несколько минут представлять страну наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Шавкат Мирамонович, пожалуйста, вам слово. Большое спасибо, Александр Григорьевич. Я надеюсь, что скоро я стану, и сегодняшний день для нас тоже имеет большое значение. Особо хочу выразить благодарность уважаемому Нурсултану Абишевичу за теплые слова и пожелания. Уверен, что наша совместная работа обязательно позволит укрепить многоплановое сотрудничество. Уважаемый глава делегации, признателен за приглашение принять участие и выступить на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Прежде всего, позвольте поблагодарить всех наших партнеров за поддержку заявки Республики Узбекистан на предоставление статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Мы в Узбекистане всегда с большим интересом наблюдаем за деятельностью Евразэс, развитием интеграционных процессов. Особо отмечаем растущий международный авторитет организации и широкую географию практического сотрудничества с зарубежными странами. Уважаемые коллеги, Республика Узбекистан находится на важном этапе масштабных реформ. Сегодня мы проводим открытую экономическую политику. Продолжаем курс на либерализацию торговли. В этом плане возобновили переговорный процесс поступления во Всемирную торговую организацию. Активно работаем над модернизацией промышленности и инфраструктуры. Принимаем меры по дальнейшему совершенствованию деловой среды и улучшению инвестиционного климата. Узбекистан привержен последовательному наращиванию и укреплению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия со всеми зарубежными партнерами. Мы придаем важное значение развитию тесного и многопланового сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. Это обусловлено следующими ключевыми факторами. Первое. Страны Евразэс являются нашими основными естественными торговыми партнерами. За последние годы объемы взаимного товарооборота Узбекистана государствами объединения выросли почти в два раза. Наша торговля с отдельными странами демонстрирует заметный рост даже в условиях пандемии. Считаем важным более полно использовать огромный потенциал наших стран, совместно устранять барьеры и препятствия в торговых отношениях, взаимно формировать новые рынки. Второе. Экономики наших стран во многом дополняют друг друга. Даже по тем направлениям, где еще пару лет назад мы конкурировали. Сегодня наши ведущие предприятия наладили эффективную кооперацию и совместно осваивают рынки третьих стран. Только за последние годы созданы тысячи новых совместных предприятий с участием инвестиций из наших государств. Успешно реализуются крупные проекты в металлургии, энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве, текстильной и пищевой отраслях, многих других секторах. Мы заинтересованы в углублении промышленной кооперации, а также формировании устойчивых цепочек создания добавленной стоимости на основе передового опыта и инновационных подходов. Рассматриваем вопрос налаживания сотрудничества с Евразийским банком развития для поддержания таких проектов. Третье. Наши транспортные коммуникации и инфраструктура глубоко интегрированы и тесно взаимосвязаны. Уверен, что выработка согласованных подходов в этом направлении позволит еще активнее задействовать транспортные коридоры, повысит их конкурентоспособность и значительно увеличит загрузку. Четвертое. Сегодня взаимовыгодные отношения в рамках обширного евразийского региона характеризуются также высокой мобильностью трудовых ресурсов. Считаем, что тесное сотрудничество в этой области будет способствовать решению актуальных вопросов занятости населения.
обеспечению возрастающих потребностей экономики наших стран в квалифицированных специалистах. Уважаемые коллеги, учитывая все эти важные факторы, парламент Узбекистана принял решение о сотрудничестве с Евразэс в статусе государства наблюдателя. На наш взгляд, это позволит выйти на качественно новый уровень диалога и практического взаимодействия, более глубоко и лучше понимать те стремительные процессы, которые происходят в рамках объединения. При этом мы считаем, что развитие такого партнерства должно отвечать национальным интересам наших стран, основываться на принципах равноправия, взаимной выгоды и учета интересов друг друга. Еще раз хочу поблагодарить вас за поддержку и выразить надежду, что принимаемое сегодня решение о статусе Узбекистана в качестве наблюдателя при Евразийском экономическом союзе откроет широкие возможности для дальнейшего укрепления отношений дружбы и многопланового сотрудничества между нашими странами. Хотел бы также пожелать уважаемому Касымжамат Кемелевичу успешного председательства Республики Казахстан Евразэс в 2021 году. Пользуясь случаем, поздравляю вас, уважаемые коллеги, с наступающим Новым годом. Желаю всем вам, дружественным народам наших стран, доброго здоровья, благополучия и процветания. Большое спасибо. Спасибо большое вам. Мы хотим от имени глав государств пожелать вам успехов в ваших усилиях по достойному развитию Узбекистана. Вы для нас являетесь, вот для меня лично точно, примером, как надо бороться за страну, как надо модернизировать, притом интенсивно модернизировать свою экономику, чтобы вывести Узбекистан на ведущие роли в мировой экономике. Мы уверены, что вы недолго будете наблюдать за нами, и в ближайшее время примете решение и станете полноправным членом нашего союза, как вы очень правильно сказали, если это будет выгодно узбекскому народу. Вы знаете, что мы всегда ждем вас в нашем союзе как полноправного члена. Еще раз благодарю вас за выступление. Хочу предоставить слово Мигелю Диас-Канелю, президенту Республики Куба. Пожалуйста, Мигель, если вы нас слышите, выступайте. Ваше превосходительство, президент Республики Беларусь, господин Александр Григорьевич Лукашенко, уважаемые главы делегаций, государств-членов Высшего Евразийского экономического совета, благодарю Республику Беларусь, председателя Евразийского экономического союза в настоящий момент за приглашение принять участие в этой встрече, имеющей большое значение для Кубы, а также за роль, которую сыграл председатель коллегии Евразийского экономического совета господин Михаил Владимирович Мясникович. С глубоким удовлетворением мы воспринимаем предоставление Кубе статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе и подтверждаем наше обязательство развивать экономические, торговые связи и сотрудничество с Союзом и его государствами-членами. Господин председатель, во все более взаимосвязанном мире COVID-19 бросил вызов границам и политическим системам. Этот вызов требует глобального, согласованного ответа, независимо от политических разногласий. Для Кубы, в частности, испытание пандемии достигло масштабов, не поддающихся количественной оценке. Мы боролись с коронавирусом в условиях жесткого усиления экономической, торговой и финансовой блокады, установленной Соединенными Штатами Америки. Последствиям, которые мы ощущаем последние 60 лет вследствие этой несправедливой односторонней политики, присовокупилась практика судебного применения раздела 3-го закона Хелмса-Бертона, направленная против иностранных инвестиций. Распространение действия раздела 4 этого закона на предпринимателей и членов их семей, поддерживающих отношения с Кубой, и беспрецедентное усиление финансово-банковского преследования с угрозами, которым подверглось более чем 100 банков,
с тем, чтобы они прекратили свои отношения с нашей страной, что значительно ограничило финансовые операции. Кроме того, ведется агрессивная клеветническая кампания против международного медицинского сотрудничества, которое бескорыстно, следуя солидарному и гуманистическому призванию революции, осуществляет наша страна. Несмотря на лишения и препятствия, порожденные блокадой, Куба показала свой потенциал в противодействии COVID-19 благодаря мощной системе здравоохранения, сознательности и участию народа, разработке новейших продуктов и вакцин-кандидатов, которые показали положительные результаты в клинических испытаниях. Как мы отвечали на других многосторонних форумах, наша страна подтверждает свою готовность делиться своими скромными знаниями в деле противодействия COVID-19 с государствами-членами Евразийского экономического союза. Господин председатель, государства-члены Евразийского экономического союза и Куба традиционно поддерживали дружеские связи и сотрудничество. Российская Федерация приняла активное участие в реализации плана социально-экономического развития Кубы на период до 2030 года. Был достигнут устойчивый рост торговли и числа крупных проектов в таких отраслях, как транспорт, черная металлургия, энергетика и другие. С Республикой Беларусь был подписан совместный краткосрочный план действий по экономическому и торговому сотрудничеству, а также программа развития сотрудничества в сфере образования и исполнительная программа научно-технического и инновационного сотрудничества в сфере науки, технологий и окружающей среды. Существует значительный потенциал для развития отношений с Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией, особенно в области здравоохранения, промышленности, туризма и энергетики, сферах, в которых мы предлагаем усилить совместную работу. Равным образом, меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и правительством Республики Куба, подписанный в мае 2018 года, закладывает основы для развития взаимовыгодного экономического сотрудничества, способствует расширению диверсификации торговли между Евразийским экономическим союзом и Республикой Куба и отражает области, представляющие интерес для взаимодействия. Нам остается лишь создать общими усилиями условия для его эффективного выполнения. Уважаемый господин председатель, мы признаем мощь, которую имеет Евразийский экономический союз с момента своего создания и его перспективы. Видим, что концепция его работы нацелена на будущее, учитывает национальные планы и программы развития, отдавая приоритет главным для государств-членов экономическим направлениям, таким образом, чтобы обеспечить лучшую включенность этих экономик в глобальные производственно-бытовые цепочки. Мы подтверждаем назначение нашего посла в Российской Федерации, его превосходительство господина Хулио Гарминдии Пеньи, на должность постоянного представителя при Евразийском экономическом союзе в целях немедленного установления отношений с Евразийской экономической комиссией и ее государствами-членами. Мы вновь подтверждаем неукоснительное соблюдение Кубой статьи 109 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, касающейся статуса государства-наблюдателя, и признаем положение о статусе государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Господин председатель, предоставление статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе означает для Кубы признание и стимул для дальнейшего продвижения международного сотрудничества и солидарности во все более сложной глобальной обстановке. Как и прежде, Евразийский экономический союз, народы и правительства государств-членов могут рассчитывать на скромный, но неизменно конструктивный и искренний вклад Республики Куба. Большое спасибо. Благодарю вас за выступление. Дорогой Мигель, вы географически только далеки от нас, но исторически вы всегда были с нами. Мы очень хорошо знаем вас со времен Советского Союза. И я уверен, что нескромный будет ваш вклад, как вы сказали. Ваш будет вклад значительный в расширение нашего экономического сотрудничества. Вы будете, давайте откровенно говорить, настоящим
плацдармом для экономической экспансии нашего союза во благо благосостояния наших народов союза и благосостояния кубинского народа. Я уверен, что и Куба, и Венесуэла, с которыми мы все члены союза поддерживаем добрые отношения, будут хорошей основой для нашего сотрудничества и с Кубой, и с Венесуэлой, и всей Латинской Америки, Америкой. Мы желаем вам всяческих успехов. Знайте, что географически вы далеки, но духовно мы всегда были близки с вами. Успехов вам, успехов вашему народу. Уважаемые друзья, мы закончили дебаты и обменялись мнениями по насущным вопросам развития нашего союза. Мы охарактеризовали международную обстановку в сфере экономики. Видим, что она непростая, но мы имеем все для того, чтобы достойно выйти из этой непростой ситуации. Уважаемые коллеги, может быть, у вас в связи с этой дискуссией возникли какие-то замечания и предложения, я имею в виду в широком составе дискуссии с участием также средств массовой информации. Есть ли у вас замечания, предложения, прежде чем мы перейдем к узкому формату? Нет. Понятно. Уважаемый Александр Григорьевич. Знаю, вижу, не волнуйтесь. Уважаемые друзья, нам предстоит принять решение по Кубе и Узбекистану. Я предлагаю принять положительное решение о предоставлении Кубе и Узбекистану статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Если вы согласны, то мы примем такое решение сейчас же. Вижу возражения, поэтому позвольте мне от вашего имени, от лица глав государств ЕАЭС, искренне поздравить президента Республики Куба и президента Республики Узбекистан с предоставлением их странам статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе и выразить уверенность, что этот статус будет способствовать развитию сотрудничества с нашим союзом и расширению внешних торгово-экономических отношений. Уважаемые коллеги, вопросы широкого состава, за исключением вопроса о месте и дате проведения следующего заседания ВС, которое мы обсудим в узком составе, предварительно согласованы. Если у сторон не появилось замечаний, о которых я говорил, поэтому мы можем подписать в рабочем порядке проекты постановления, решения по этим вопросам. Если есть необходимость по этим 24 вопросам широкого формата, если есть необходимость какой-то информации, мы можем попросить председателя нашей комиссии, чтобы он дополнительно проинформировал по тем или иным вопросам, широкого формата вопросам. При этом хочу сообщить, что все вопросы, которые внесены в повестку дня широкого формата, согласованы и поддержаны нашими государствами. Есть ли необходимость дополнительной информации Михаила Владимировича Весниковича по этим вопросом, подчеркиваю, широкого формата, потому что в узком составе нам предстоит еще дебатировать вопрос. Такой необходимости нет. Тогда позвольте поблагодарить за участие президентов Молдовы, Кубы, Узбекистана. И предлагаю продолжить нашу работу в узком составе, а вопросы, которые мы только что рассмотрели, подчеркиваю, 24, комиссия ставит
для подписания. Если я что-то упустил, то Михаил Владимирович будет выступать по первому вопросу, информировать нас, и нам напомнит, если мы упустили какие-то вопросы, мы дополнительно... Я просто хочу задерживать ваше внимание для того, чтобы, ну, излишне не дебатировать те вопросы, которые и так понятны всем. Уважаемые друзья, будем делать перерыв после первой части нашего широкого обсуждения повестки дня. Нет, не будет. Таких предложений нет. Поэтому еще раз благодарю новых членов и членов наблюдателей нашего союза за работу в широком формате. И предлагаю перейти сразу же к вопросам, которые подлежат обсуждению.